Подарки всегда приятны. А если их преподносят не одному человеку, а целому коллективу, то радость увеличивается многократно. Именно такой подарок получили труженики совхоза «Смоленской». Введен в строй новый животноводческий комплекс на 800 коров. Теперь производство молока в хозяйстве полностью переведено на промышленную основу. Все трудоемкие процессы механизированы. Много забот у директора совхоза Исаева и главного зоотехника Тимошенкова. Но особое внимание они уделяют родильному отделению комплекса и телятнику-профилакторию. Ведь от бережного ухода за телятами, от правильного режима кормления зависят будущие высокие надои молока. Вот в действие современных комплексов является характерной чертой развития сельского хозяйства на Смоленщине. Лишь за годы 10-й пятилетки в области предусмотрено строительство 108 крупных комплексов и ферм на промышленной основе по производству молока, мяса и других продуктов животноводства.